Всем привет, меня зовут Александра Киевская, и это мое новое видео. Сегодня мы решили вас порадовать Сережей каким-то необыкновенным контентом. За мной сейчас находится переход и проход в метро. Мы сейчас с Сережей заходим в метро, едем еще одну станцию, которая у нас называется Конечная, и отправляемся куда-то дальше. И я думаю, что многих всегда интересовал вопрос, куда же вы уедете на метро после конечной станции. И вот мы решили сегодня вам это показать. А еще мы с Сережей жахнули таблеток 8 валерьянки. Нам уже очень спокойно на душе. Все у нас хорошо, мы не волнуемся. Я чувствую, сегодня мне сломают не только палец, а я вчера сломала палец большой об Сереже, до сих пор не сделала себе гипс. Вот. Ну, я думаю, что сегодня, может, еще что-нибудь сломают, например, ноги или позвоночник, или я просто не буду об этом думать, и мы просто зайдем в метро. По сути, вагон еще полный, но на конечной станции все обычно выходят, абсолютно все, кроме нас в этот день. Боже, чувак, это последние реально наши минуты на свободе. Стороны заходят, да? Дякуємо вам, що скористалися послугами Київського метрополітену. Да ладно, серьезно. Нет, неужели у нас это получилось? Тупо с первого раза, ребята! Ребята, с первого раза, твою мать! Ребята, с первого раза! Сядь! Чувак, мы два идиота! Ты понимаешь, что мы с тобой два придурка? А, ну это... Бля... Все? Присядь. Почему не становиться? Пришел мужик, вроде такой добренький, хорошенький, но я так понимаю, что хочет сделать он нам очень плохо. Это, походу, зовут кого-то. А мы назад едем. Сейчас за нами приедут менты. А это был машинист, он просто ходил и проверял. Сережа, давай просто выбежим из вагона и начнем бежать. Блядь, давай. Сука, это гениальная идея, да? Гениальная идея. Мы решили бежать. Нас везут сейчас назад на станцию, и мы тупо выбегаем из вагона и бежим, куда только наши глаза глядят. Я надеюсь, у нас получится. Там наверх, вот тут сейчас направо бежим. Короче, я за тобой бегу, мы сейчас на станцию. Короче, мы сейчас будем свалить, сейчас будет меньше, сейчас будет меньше.
если нет? Сережа, бежим. Если двери открываются, то мы сходу бежим. Все, погнали. Давай, иди, да, да. Давай. Давай. О, нам сюда. Сука. Вот вам и все. Вот туда, в кусты. Чувак. Бля. Давай сейчас отдышимся. Да. Я вам расскажу, что мы думаем по этому поводу. Фу. Это было, конечно, очень круто, но жалко, что это длилось так мало времени. Я думала, что мы попадем в депо к тем метрошкам, которые, как обычно, стоят в ряд. Но, к сожалению, походу, это было не то депо, о котором я сейчас говорю. Пишите в комментариях плюсик, если вам понравилось это видео, и мы обязательно с Сережей еще испытаем 5 киевских депо. Машинист пересел поменял вилки, да, этот. Мы просто поехали, выехали с левой части, а поехали направо, просто из-за поменены вилки. То есть, по сути, никакого депо там не было, но с учетом это была костяка. Это была конечная станция, и мы не зря с тобой, Сережа, бежали. Да. Если вы хотите видеть больше таких видео с метро, то пишите плюсики под этим видео. И мы уже в следующем видео пойдем с Сережей на другую конечную станцию киевского метрополитена. Фу, пока!